Ну что ж, ребята, всем снова привет, с вами Михаил. В предыдущей серии мы закончили проходить так называемую сюжетную кампанию. Ну или просто кампанию, все-таки, я думаю, так будет как-то более логично. И у нас остались впереди испытания и бонус. Бонусы у нас, как я вижу, все открыты, а испытания нет. Не знаю, по какому принципу, но, видимо, может... Да, возможность того, что мы что-то не подобрали. Найти спрятанное объявление о розыске в режиме кампании. Вот оно. То есть их действительно надо было подбирать. Печальненько, печальненько. Ну, как бы то ни было, давайте хотя бы выполним те, которые открыты. Хотя бы посмотрим, что это такое. Победить Грейси. Наверное, да. Как ведущее агентство по военной разведке, мы рады, что можем обеспечить тебя последними технологиями в следующей миссии по уничтожению этого головореза. Однако, если технология подведет тебя в этом задании, то мы ничего тебе не давали и тебя не знаем. Так, второстепенных заданий никаких нет, то есть все предельно четко и ясно. Убить вот этого, как он там. Сейчас будем смотреть, чем что в этом режиме интересного. Так, вот, есть Грейси. О-хо-хо! Вот это да! Интересное кино. Одной батарейкой надо это все сделать, значит, да? Интересненько. Three, two, one. Понятно. Интересно, это вот только в этом задании это такая херота. Ну-ка. Catch. Cielos. Ну мы сейчас еще посмотрим. Ого! Ишь ты чё. Нифига. Кто бы мог подумать, что у нее такая. Lola me interesa. Te pillaré. О, туалет разлетелся, прикольно. Так, пересматривать мы не будем. Вот это комбо, минус 5 сходу. Ага, надо от Пабло избавляться, потому что он опаснее всего расположен к нам. Поскольку мы спускаться ничего не можем, вот, у нас только батарейка на вооружении, я не знаю, как мы вниз пойдем. Возможно, на дерево можно спрыгнуть без каких-то ли последствий, но... Пока рисковать не буду, посмотрю, что будет дальше. Three, two, one. О! Ха, дотянулось. Хорошо. Дальше у нас, походу, не будет выбора, и придется все-таки прыгать на дерево. Sí, señor. Things can only get better. Хотя, есть у меня мысля одна. Можно через верх попытаться закинуть. Ну, ладно, давайте не будем оттягивать неизбежное. Или у нас только этого... Грейси нужно этого победить. Но он, вон, видите, как низко запрятан. Опа! Так. Я просто боюсь здесь спрыгивать очень. Здесь я... Все понятно. Короче, значит, нам сейчас нужно как-то отработать наш спуск. Да. Потому что без правильного спуска мы как бы, даже если будем очень неплохо всех убивать, мы далеко не уйдем. Поэтому давайте посмотрим, что мы можем сделать. Штурм и батарейка. Ну, давай, давай. Андате кон охо. Не удалось. Раз. Да что ж ты будешь делать-то? Почему мы падаем? Может, там прям совсем на кончик надо? Ничего, ни мешков, ни, точнее, ни коробок, ничего вообще нету. Отлично. Так, а тут я даже не знаю. Можем отсюда пробовать туда прыгнуть.
Нет, он все равно разбил. О! Охереть, мы выжили. Да все понятно. Так. Фак. Сука, это было супер тупо. Поясни. Ходит Грейси. Просто велика вероятность, что нас эта батарейка может зацепить до кучи. Ну давайте попробуем, посмотрим, что получится. 3, 2, 1, hi! Фак. А чё этого Трея нет, не будет? Просто я не знаю, насколько для нас убедительна эта батарейка. Ну, давайте не будем тратить время на глупости всякие. Что ты пропускаешь? О, дружок. Готовь пирожок. Здрасте. Ну, это тогда тебе. В таком случае. Ну, кто бы мог. Вообще, на самом деле, был иной вариант развития событий, просто взорвать эту заправку. Ну, про этого, через нее. Просто вот этими взрывами. Three, two, one. Да блин, я Enter нажимал, а он опять. Так, ну сейчас на этот раз у нас более окольными путями получилось прийти к уничтожению. Это сколько? 6 червей, да, здесь? Так, сейчас мы будем много-много идти. Да, опять я промахнулся. Ну и чё это? Блин. Так, а ну я по привычке меню открываю это. Упс, здрасте. Прелестно. Прелестно. Батарейка для нас губительна, это мы узнали уже наверняка. 3, 2, 1. Нет, нет, нет. Ох, это трудно. И туалет разлетается. Лоля Минтерес. First blood. This is crackers. Doing this? Так, убиваем, значит, таки Пабло. Не знаю, дотянется до него или нет. Да, затянулось, по-моему, в прошлый раз так же далеко взяло. Si, señor. Things can only get better. Ну, сейчас очень опасный спуск у нас впереди. Так. Фак. Живы? Живы! Ха! Ну тут прям мы на грани прыгаем. Вот прям вот еще чуть-чуть. Вот сейчас главное тут не зафейлиться и все нормально будет. Туалет сразу взорвался так же, как в прошлый раз. Так, где-то вот, вот так, да. 3, 2, 1. Сука! Не достанешь, не достанешь. Фух. Поясни.
Отлично. Еще раз пытаюсь. Ну и что ты тянешь? Ну, поменьше сейчас натянем. Да ёб твою налево, а. Патетико. Как же к вам туда забросить-то её? Your belly's made of cheese. Так, заползи, дай не туда. Отлично. Three, two, one. Да ёб по новой, а. Надо повыше взять. Подожди. Сейчас он автоматически сам наведется в ту же точку. И чуть-чуть вверх подниму. Хотя я боюсь, что вот об козырек там может удариться. Да ёбаный в рот, а. Ой, неужели подойти придется? Things can only get better. Абсолютно непредсказуемо. Эта батарейка, я боюсь, может тебя повести. Three, two, one. Дай. Короче, попробую подойти. Тут сил уже нет. Подожди. Welcome to the cheese house. Аврида. Просто я еще боюсь, что от них сверху скатится ко мне вниз. Catch. О, серьезно, опять? Патетико. Vamos. Is that it? Непонятно, зачем эти Карлос иначе нужны. Если их даже убивать не надо. Three, two, one. О, господи, мне хана. Нет, я спасся неплохо. Давайте пытаться, пока время есть. Еще две минуты еще можно побакланить точно. На 30 секунде можно попытаться там вообще в упор подойти. О, господи. Патетико. А я бой. Может, таймер у этой батарейки какой-то есть? На 6 секунд ее поставить. Запрыгнуть. Нет, таймера у нее нету, зараза такая. Ну, прекрасно. Ох, да неужели? Подожди. Лет еще не прошло. Эти сдались. Прелестно. А, они телепортировались или что они там сделали? Ну, они исчезли просто. Ну, анимация была как при использовании телепорта, по-моему. Ну, убили мы его, предположим. Нифига нам сколько дали всего. Блин, мне так неохота компании перепроходить, чтобы вот открыть вот эти вот недостающие 5 замочков. Победить Билли. В этой миссии тебе нужно будет уничтожить этого преступника с безопасного расстояния с помощью винтовки. Это простая операция с минимальным риском, однако ты уже 7-й червь-агент, которого мы посылаем на него. Ну, давайте попробуем. Просто чувствую, что это снайперка очень далеко. Никакого оружия нет, значит. А, ну понятно, в чем дело. Cunning. Все так просто. You couldn't hit a bull's rump with a handful of banjos. If we're caught, we're hung.
чем постанова. Ну вот если так, если к нему мина только упадет. Ну давай, давай. О, отлично. Но она его не убьет, у него 10 останется еще. 5, но... Is that it? Так. Yes, sir. Если мы стрельнем в нее, она может взорваться после этого. Это так себе вообще прикол, поэтому давайте не будем рисковать. Телепортируемся сюда. Хотя, как мы будем стрелять, если перед нами бочка? Черт, это было супер тупо, ну ладно. Сейчас посмотрим, что получится из этой дурацкой затеи. Тым. Тым, тым. Так. Это было несложно, реально. Я очень боялся, что бочка взорвется перед нами, но это херня какая-то, а не задание. Так. Победить Бо Пип. Осторожнее, солдаты, в этой области находится повстанец, замаскированный под пастушку овец. Твоя задача является подобраться поближе и уничтожить ее. Небольшое предупреждение, это может повредить тебя сильнее, чем ее. Ну ладно, предположим. И хера себе, девки пляшут. Да, ебануться. Вот это тупость. Это жесть, конечно. А как нам до нее добраться тогда? Это божественно. Ай, черт, опять я Enter нажал. Ай. Ну ты, пастушка, даешь, конечно. Пускай это нереальная миссия. Yes, sir. Можно вот так сделать. Поставить сюда и прижаться сюда, чтобы нас все-таки отбросило в печку. Да, отлично. First blood. Ага, first blood. Time to shine. А что дальше? У нас два динамита всего осталось. Ready. Ох. Так, отсюда мы не спустимся, нам только через турели идти. Что ни разу не облегчает нам задачу, конечно же. Так, ох. Ну, чтобы попасть туда... Я просто боюсь, что нас запалят сейчас. Да. Прелестно. И еще. Бама. О! Я жив! Ха!
of my lead, sweetie. Вот это поворот. А, там еще одна турель. Прелестно, прелестно. Нет! Черт, я не это хотел. Их, блин, я Enter нажал, зараза, по затупке. Черт. Нас так хорошо туда закинуло просто вот для бомбежки. Сука. Ready. Фак. Не удалось. Дайте мне умереть спокойно. 200. Нет, 170. Какой же тут план у нас может быть тогда даже? Yes, sir. Блин, ну это реально как головоломка такая очень потная. Boom. Так, это я выяснил. Выбраться можно так. First blood. На эту сторону нам не надо. На ту я не знаю, как попасть. Просто даже если бы мы пошли по этой стороне. Ready. Можно понадеяться, что наш турели еще раз закинут. Да, опять я shift нажимаю, а ну что ж поделать-то. Так, ну, есть мысля одна. Мы прыгаем и... Выбрасывайте меня отсюда! Ха! Ну я умру, скорее всего. Ну, что я могу сказать? Отчасти план сработал. Ну, по большей части нет. Да. Интересно. Let's go. Личная попытка. Не знаю, сяду поближе к ней. Ничего такого. А, отняли сколько? First blood. Еще больше отняли. Сатыгу почти отнимают в таком случае. По-моему, потому что если мы поближе к бочке, то отнимают поменьше. Boring. Yes, sir. Ну, миссия вообще просто садистская, я бы сказал. Прыжок, бросок. Блин. Мерзко нас приземлило, однако. О, я чувствую, мы еще один такой подбросок не переживем. Ну, тут только умирать. На тебе, напоследок. Я еще раз попытаюсь. Yes, sir. Как же попасть на другую сторону, например? Мне вот очень интересно, знаете ли. Boom.
и отползем подальше, насколько это возможно. Ох, нет, стоять. No. Я даже понял почти как это можно сделать. Ну-ка, давайте еще раз попробуем. Ready. Нет, нас огнем выбрасывает, зараза. Yes, sir. I'm on it. Сюда ставим, прижимаемся к бочке. Нет, нас выносит. First blood. Yes, sir. С одной стороны, до внезапной смерти, чтобы остров просто тонуть начал, всего 5 минут. Ну так, по-хорошему, если совсем, типа. Не знаю, я надеялся за бочку ее закинуть в прыжке. Да еб твою налево. First blood. Ну, сейчас мы поменьше потеряли. 90 всего потеряли. Hello, man, sugar. Boring. Ready. Hi. 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 Let's go. Eat this. Прижусь к бочке. Но бочка нас вытолкнет, скорее всего. Да. Ну, блин, как тут можно сделать, я даже не представляю. First blood. Time to shine. Yes, sir. Давайте еще кое-что попробуем. Тоже будет немножко тупо, но вдруг. Сука, это было супер тупо. Я думал, она отлетит как-нибудь от нас. Ну это просто анрил какой-то. Ready. Наверх, да наверх меня забрось, придурок. Хотя бы туда, спасибо. Бама. Я даже мог почти выжить. Но если бы они меня вот так в угол не запихнули по-тупому. О, ладно, давайте мы на этом тогда закончим. Потому что это по полной пиздец. Я, может, попробую попроходить немножко за кадром, чтобы открыть другие. У них тут всего 5 осталось. А там потом уже с бонусами что-нибудь порешаем. А на этот раз мы оставим коротенько серию. Так что всем пока и удачи.